Локально. Он находится в нашем регионе создадут комиссию по демографической политике при губернаторе Орловской области. Ее возглавит заместитель главного врача детской областной клинической больницы и доверенное лицо президента Владимир Круглый. Новость была озвучена на заседании экспертной рабочей группы по вопросам демографии. Как отметил первый заместитель губернатора Александр Бударин, в программе развития региона на ближайшие 10 лет вопросы здравоохранения и сбережения нации являются одними из самых главных. Достигнуть уровня миллиона человек населения Орловской области до 2024 года, до 2018 года обеспечить продолжительность жизни, среднюю продолжительность жизни 74 года, увеличить рождаемость, коэффициент рождаемости до 1,7. На том же заседании Владимир Круглый предложил включить в долгосрочную программу новую систему оплаты труда медицинских работников на основе так называемого эффективного контракта, другими словами, трудового договора нового формата. По его словам, важно разработать критерии оценки эффективности труда. Должны они быть простыми и понятными всем. Можно сумочку, один в руку взять, вот как.